Об этой ужасной новости уже знает вся Россия. Подпишитесь на наш канал, ну а мы начинаем. Мы были шокированы, когда услышали, что же случилось сегодня ночью с нашей любимой российской певицей Натали. Оказывается, ночью на скорой помощи Натали была доставлена в городскую больницу. Медики утверждают, что у нее серьезное отравление пищевыми продуктами. Что же съела наша любимая певица и как это все произошло, мы расскажем уже завтра утром на нашем YouTube-канале в новом выпуске, друзья, так как сейчас информации пока очень мало. Многие факты есть, но они не подтверждены. Постараемся завтра поговорить с певицей и взять у нее небольшое интервью. Следите за нашим каналом, друзья, берегите себя, своих близких и своих друзей. Будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.